Хьюстон! Хьюстон! У нас проблемы. Хьюстон! У нас проблемы! Друзья, вот это подлое облако, которое осталось сзади, оно нам не дало высоты. Вообще не дало. Представляете, какое несознательное облако. И мы теперь находимся на границе Италии и Франции. Вот Италия, вы наблюдаете ее на своих голубых экранах. Там низкая облачность, нам туда не надо. Ну, мы можем в Турино прилететь, в крыло как раз на Турино показывает. Ну, не хочу я в Турино. У нас у самих пицца послезавтра будет. А вот эта территория Франции, тут все получше. Очень красиво, даже две вот эти два соска висят. Будущей грозы, три. Ну, пока гроз нету. Четыре. А мы пытаемся долететь до Монтевизы, и нам не хватает высоты. Вот Монтевиза, вот она прямо по курсу, прячется в облаках. А у нас в любом случае другого выхода нет, нам нужно туда пробраться и как-то оттуда уплыть, туда, где есть набор, чтобы набрать высоту и каким-то образом вот туда, где крыло, пробраться домой. Время уже поздноватенько, потоки начинают вырубать, и поэтому вы можете, так сказать, смотреть очередное безмонтажное видео, называется «Как вернуться домой с дистанции 107 километров». Да, до дома показываю. 107 километров, не хватает там 1400 метров нужно набрать. Ну и вот где набрать? Кажется, облаков немереное количество, все красиво, все замечательно. И так оно на самом деле и есть. Но, к сожалению, оно все значительно красивее выглядит, чем оно есть на самом деле. Это бывает так. И люди значительно красивее выглядят, чем есть они на самом деле. Потом смотришь, а на самом деле это человек-то так себе. А бывает кто-нибудь такой невзрачный, такой раз, оказывается, как человечище. Так что смотрим, как это получится. Я, друзья, набираю скорость, проскакиваю какие-то минуса, которые у нас есть, и крадусь вдоль границы. И вы вместе со мной, вы видите, как это все происходит, можно считать, почти в прямом эфире. Оп, есть поток, на узенький поточек, узенький. Давай, родной, давай. Очень нам надо. Очень. Как бы так до Монтевизы добраться. Очень хочется, друзья. У меня пилот-отличник, Эдуард. Ученик-отличник. Вот он совершенно точно заслужил полет в Монтевизе. Только главное... Оп! Главное взять поток. Ну, родной, давай, красавица, давай. Ну, 3, 2, 1, 0, пуск, поехали. Эгегегегей. Погода бомба. Друзья, взяли. Эдуард, на 4 закрылок. Взяли поток. Эгегей. Значит, будет Монтевиза. Значит, вы с нами будете сейчас на Монтевизе. Нет, не потекать, только не потерять. Только я только тебя нашел. Поточек, пожалуйста. Нам нужно всего лишь каких-то жалких 200 метров высоты, что ты нам дал. Родной, давай. Я буду себя хорошо вести, я буду кашу с утра есть. Иногда. Я говорю, что не скажешь? Суя. Друзья, вы любите кашу на завтрак? Вот. Есть люди, которые ее едят. Вот, например, Эдуард ест кашу на завтрак, слушается маму, и в итоге видите, как хорошо летает. А я вот маму не слушаюсь, кашу на завтрак не люблю, и летаю хуже. Ну, шучу. Наконец-то взяли поток, знаете, как поет вариометр. Вот эта песня вариометра, честно вам скажу, это самое вкусное, что может быть на борту планера. Ну, кроме еды, которой у нас нет. Еды у нас нет, мы ее принципиально не берем. Я худею, Эдуард просто не берет. Ну вот смотрите, как мы набираем, как это выглядит. Там крошки по планеру будут валяться. Крошки, да. 3600. То есть высота 3600, чтобы посетить Монтевизу, нам надо хотя бы 3800. Но сейчас уже 3680, 120 метров осталось. И представляете, мы пойдем потом вот в этот котел, через эти облака на склон Монтевизы. Так что терпите, друзья, вместе со мной этот набор. Я вас какой-нибудь байкой сейчас порадую. Какой байкой? Например, как протягивать? Надо протянуть явно против ветра. Вот я смотрю на облако, на солнце, понимаю, что поток где-то впереди. То есть я в какой-то
юмдистики болтаются. Ой, какой хороший поток. О, да. Знаете, вот этот воздух, он чувствуется, как воздух обнимает планер и тащит его вверх. Вот такое наслаждение. Ну, посмотрите, в Италии-то ничего не видно. Дымка. Ну, город просвечивает какой-то. Вот. Разгон до 4. Отлично, друзья. Главное сейчас шепотом говорю, чтобы не спугнуть этот поток. Эдуард, ты там как? О, видите, вот она граница, мы уже высоко совсем. Вот, воздух с Италии останавливается на... По сути, в данном случае граница между государствами является границей между воздушными средами. То есть воздух из Италии, не смешивается с воздухом из Франции. Представляете, как им тяжело? Вот если... Но на границе они только смешиваются и бушуют. И на границе полная вакханалия, конечно, в которой мы сейчас летаем. Но в целом масса разделенная. И вот эту конвергенцию, вот это вот, когда поле облаков в Италии, высокие облака во Франции, я обожаю, друзья. Это прям для меня, прям, как красиво. Слушай, мы потеть начинаем. Все следы жирные, которые я оставлял на стекле пальцами своими, начинают обрастать водой. Ты форточка у тебя открыта фронтальная? Нет. Фронталку открывай. Мы сейчас... У нас высота тоже почти 4. Ой, друзья, мы 4000 сейчас наберем. Поэтому сейчас все будет у вас с Монтевизой. Мы торжественно наберем 4 и пойдем пожалеем. 40-50 метров осталось до 4000. Я надеюсь, вы полюбуетесь красотой еще немножечко. Ну, потом, кстати, прямо по курсу, смотрите, у нас так облаков поменьше. Но если здесь мы 1000 наберем, то мы почти до дома долетаем. То есть у нас там до дома на счет 108 километров. К сожалению, поток стал разваливаться, стал слабеньким. Но неужели мы 1004 наберем? Давай, еще чуть-чуть, еще. Друзья, почти, смотрите, как стрелка меняется. 88, 89. Давай. 4, есть. Все, 4000 есть. А теперь, Эдуард, давай с тобой серьезно подумаем. Как нам попасть на Монтевизу? Ты видишь проход? Да. А я нет. А как? Вернуть под облака, жалко высоту. Жалко высоту. Давай, знаешь как, пойдем сбоку попробуем, там щелочку найдем. Мы сейчас совершенно точно пройдем к вершине этой Монтевизы. Но сейчас я здесь нырну под облако. Закрылок на единицу я переставляю, чтобы у нас максимальная маневренность была. Опа, есть открытая Монтевиза, сейчас мы туда дунем. Зашибись. Отлично. Ой. Сверху, я забыл, что сверху плита. Все, мы под плиту залезли. Друзья, вот как это выглядит. Я побоялся слева проходить. И вот залезаю вот в этот облачный рай. Сейчас надо быть крайне внимательным, чтобы тут ничего не схлопнулось, не захлопнулось. Это, знаете, как в облачный капкан попасть и потеряться, когда у тебя вот так гора торчит. Честно скажу, удовольствие не из больших. Эдуард, ты счастлив? Да. Прям вот совсем? Да. Да, тут, друзья, я тоже, в общем-то, на месте Эдуарда был бы счастлив. Вот так прилететь на Монтевизу, причем, видите, у нас вперед блокируют облака всевозможные. Ветер у нас дует из Италии один, из Франции другой. Amazing! Просто бомба! А главное, мне сейчас не впилиться. Ой, какой дисходняк. Закручивает облако. Видишь, Эдуард? Над крестом пролетаю. Вау! Друзья, вот оно! Ю-ху! Вот оно! Эгегегегей! Так, как бы там так проскочить, чтобы... Облако. Аккуратно. Так, дырка есть? Есть дырка. Маневрирую. Не знаю, как. Не знаю, как я еще буду маневрировать. Как-то маневрирую. Влево,
Я хочу еще один подход сделать в Монтевизе, но у нас минус 5. Валит вниз со страшной силой. Только к склону удастся подойти. Да, мы уже не пройдем над вершиной. Только что рядышком. Друзья, ну вот вам рядышком Монтевиза. Так она. Вот видите, как нам повезло с вершиной проскочить все-таки. Да. Оп. Может, здесь какой-то подъемчик найдем? А внизу, смотрите, я называю это месторождение. Что-то какие-то зеленые руды вот там. Зеленая руда — это что-то медное должно быть. Медный купорос тут. Вот представляете, друзья, ради чего стоит учиться на планере? Чтобы вот так залететь вот к Монтевизе и вот так красиво пошарить на ней. Полетать. У нас нескольки кончились. Подальше от Монтевизы нескольников нету. Вот может она опять открылась. Ну что, подлетим поближе опять разочек. Хочешь, Эдуард, еще раз? Давай. 120. Друзья, видите, у нас следующая фаза нисходня кончился. Я сейчас за счет скорости фактически к вершине поднимусь. Вот она, вершина. Еще разочек вам. Ой-ой-ой-ой, скорость. Я ныряю. Ю-ху! Ну круто. Слушай, давай такую штуку еще раз заснимем. Друзья, еще один раз, только теперь я буду по склону Монтевизы так вниз маньячить. Смотрите, сколько высоты я потерял. Очень много. Ну, смотрите, вниз по горе называется. Эдуард, готов? Ю-ху! Вниз по горе! Ю-ху! Сумасшествие просто, друзья. Сплошной гигей. Хе-хе-хей! Да. Unbelievable. Очень красиво. Так, ну а нам надо на самом деле выбираться домой, Эдуард. Ты в курсе? Да. Нам надо как-то домой и как-то найти то место, где мы набирали. Где же мы набирали? Так, где-то впереди мы набирали. Так, друзья, ну мы вот так классно немножечко пошалили. Сейчас у нас не то, что плюс, у нас проблема. Надо найти поток, набрать высоту и рвать когти домой, потому что время уже там 7 час. Миссию мы выполнили. Мы хотели вам красоту показать. Я надеюсь, что это мы смогли сделать. Да, Эдуард? Да. Эгегегегей. Вот, мы нашли поток восходящий. Сейчас мы тут тоже наберем. И вот отсюда можно будет идти домой. Такие озера, смотри. Купаться хочется, да? Так, где-то здесь должен быть поток. Где-то здесь должен быть поток. Ах, Монтевиза, ай, красавица. Как мы славно пошалили. А смотри, здесь линия конвергенции, можно вот так просто лететь по прямой, набирать высоту без всяких проблем. Высота у нас 3700. Ну вот справа по этим облакам можно было бы 4 набрать, но время. Или все-таки попробуем набрать 4. Но с другой стороны, мы те же 300 метров разменяем, чтобы сюда вернуться, в эту точку. Поэтому не будем набирать 4. Нам, в принципе, хватит с тобой сейчас высоты дойти до озера Сердца. И все. И от озера Сердца мы там, я вижу, кромка где-то 3,5. Нам 3,5 уже хватит до дома. Отличная идея. Друзья, вот там мы будем набирать в следующий раз. А мы идем, видите, тоже по какой-то линии удачных восходящих потоков. Набрали по прямой, практически не пришлось набирать. Возможно, вот эта облачко еще от нас подымет. Там видно такой хитрый перевал. Здесь, кстати, дорога из Италии по Францию. Сейчас я вам покажу перевальчик. Если вы будете планировать поездку из Франции в Италию, то езжайте по долине Барселонета. И потом из долины Барселонета вот сюда есть такой выход. И сейчас я как-нибудь даже не знаю, как показать этот перевал. Сейчас пройдем облако. Левым крылом или правым крылом? Левым. Сейчас правым Италия.
Сейчас я вам покажу переванчик, на котором вы можете получить неизгладимое удовольствие. Вот сейчас вот я отворачиваю. И смотрите, вот он переванчик, показывает крыло. Волшебный перевал. Очень красивый. То есть вы едете из Франции, раз перед Прум, вы уже в Италии. И разная высота облаков, и просто все ветвится, и все клубится очень красиво. Я вам категорически рекомендую это сделать. Ну, просто потому что это безумно красиво. Он не всегда открыт, этот перевал, потому что зимой здесь снегу по самые уши. Поэтому он открывается, ну, летом он уже открыт. Вот, так сказать, прощальный взгляд на Монтевизо, друзья. Эдуард, возьмешь ручку? Да? А я вам помашу лапой. Я скажу, что старались для вас, снимали контент огонь. Надеюсь, что вам понравилось. Традиционно погода бомба, но вы видите, бомба. А контент, как вы видите, тоже огонь. Так что до новых встреч, глубоко уважаемые любители лед и велоспортов. Будем вас радовать позитивными передачами с неба. Да, дядей! До новых встреч!